влияние, то пару для Артема, иди там Артем. Кавалеры, ребята. Я думаю, Артем. Петя, не стучи, блин. Все попрыгали, а потом можно с колпаками выпускать. Это с тобой как раз забыть сразу. Вообще, просто на чудо. Я даже не знаю, что вам сказать, но хвата, может, Яна, может быть, у меня. Я знаю даже, у кого она. Давайте я не буду говорить, что у меня, не у Яны. Просто когда Роман Николаевич открыл коробки, я видел, в каком она коробке. Возможно, у меня, возможно, у Яны. Попробуйте угадать, знаю, по тону моего голоса, по интонациям. Да, я всегда знаю, где Ван. Ну, это не удивительно. Здесь она. Четыре, может, а? Ну это вообще ужас. Я могу внести ясность в этот вопрос. Вата находится в этом коробочке. Посмотрите в эти глаза, они не врут. Выбирайте меня, и вы не ошибаетесь. Ребят, я не буду вас обманывать, действительно, Вата здесь. Так это не обман, вы же понимаете, это просто игра. Никто не назовет ее потом обманщица, я же говорила неправду. Вы выберете, знаете, кого... Честно, мы не назовем тебя потом обманщицей, но честное слово, по крайней мере я. Я в этом уверена на 100%, потому что в своей жизни я стараюсь говорить только правду. Мужчина. У меня это получается это очень человек хорошо. Хорошо. Потому что человек, когда человек говорит правду, он живет в согласии со своим внутренним миром. И я считаю, что каждый должен быть честен не только с собой, но и с другими. А голос-то даже. Это от волнения. Работа. Голос дрожит у меня от волнения. По 15 секунд вам для заключительного слова. Привет, Вата. А ты так скажешь? Я так не могу сказать. Но мне этого и не надо, потому что я четко уверена и знаю. Многие определяют, что Вата в моем коробочке. Но я не потом. Мне достаточно будет рук аудитории. Выбирайте этот коробочек. Итак, голосуем. Ну давайте теперь наоборот. Сначала с Артема. Кто за Артема, поднимите руку. Раз, два, три. У кого Вата, да? Раз, два, три, четыре. А, то есть ладно, Вата. У кого Вата или кто за Артема? Раз, два, три, четыре, пять. Кто за Яну? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, пока все на коробочке. Кстати, я не знаю, ты заметила, ты еще 5 минут выступала перед аудиторией. Да. Чувствую себя получше. Мне тоже так показалось. Мада, так показалось всей аудитории. Ты просто была занята делом. Когда выходишь перед аудиторией, конечно, ты занимаешься делом. Чем любимым делом. И тебя все будет хорошо. Прошу. Кто хотел бы составить пару? Прошу.